Всем большой привет! С вами на связи Екатерина Вяткина. Сегодняшнее видео будет о пустых баночках за май месяц. Что же у меня закончилось? Это как вердикт и отзыв закончившимся средством. Куплю, не куплю, понравилось, не понравилось. Какой эффект я получила, да, от использованных средств. И кому интересно, оставайтесь со мной и приятного просмотра. В общем, что у меня закончилось в этом месяце? Ну, конечно же, мой любимый дезодорант Рексона, полный чил с витамином Е, антиперспирант, классный, классный аромат, хорошую дают защиту, уверена в этом дезодоранте, очень он мне подходит, нравится, пользуемся вместе с дочерью. Конечно, буду покупать вновь и вновь, и, в общем-то, с прошлым месяцем, если рассуждать, да, то лучше уж немножко переплатить, да, я там покупала Деонику, в принципе, мне аромат там нравился, но он никак не защищал. А Рексона стояла подороже, и, в общем, я пожалела денежку. Ну, потом в итоге все равно сбегала за Рексоной, и уже было мне счастье, пользовалась я с удовольствием. И была уверена в дезодоранте, да. Love Nature от Oriflame, закончился вот такой вот шампунь с лимоном и мятой. Это был подарок для моей дочери. Использовали, хорошо пенился, хороший приятный аромат. Здесь, кстати, объем 250 миллилитров. Что еще? Хорошо волосы промывал, блестели от него. Но мне на короткий нормально, но ради хотелось бы добавить еще и какой-то бальзам, либо кондиционер. То есть, ну, на короткий хорошо он, да, промывает волосы, а вот на длину, конечно, нужно что-то наносить дополнительно. Камей. Насчет куплю, не куплю. Ну, повторили бы, да. Камей. Значит, вот такой гель для душа. Diamond. Цветочные масла. Розовый грейпфрут и манго. Ой, очень приятный аромат. Хорошо пенится. Кожу не сушит. Одни плюсы от геля для душа, от Камей. Мне нравится, в принципе. Повторила бы еще. Далее. Вот, кстати, под руку у меня попался линейка Гиалуронка от Faberlic. Девчонки, я так страдала вот тот месяц и не знала, на что у меня вот реакция такая. Я так беспокоилась вообще и не знала, в чем проблема. Объясню суть проблемы, да, суть дела. У меня стали появляться подкожные прыщи, да такие сильные, знаете, вообще у меня на носу выскочило. Никогда на носу прыщей практически не было, если даже они были, то, ну, какие-то быстро проходящие. Здесь у меня нарвало 5 дней, я не знала, куда себя девать. Я сходила вот с таким красным носом, и вот до сих пор у меня даже ямка вот осталась. И так происходило даже в самых причудливых местах у меня на теле, ну, в смысле, на лице. Лицо, шея, где-то вот здесь тогда выскочило, и тоже такой подкожный прыщ, ну, в разных, да, то на подбородке где-нибудь, то здесь где-то что-то вот такое вот сильное воспаление. И я не знала, на что, не могла вычислить сначала, потому что я пользовалась на дневное применение линейка Гиалуронка от Faberlic. Она мне доставалась в подарок там, ну, за небольшую сумму денег. Я проходила стартовую программу. В общем-то, дневной крем под глазки, и была, по-моему, еще то ли мицеллярка, то ли тоник. Вот тоник мне понравился, вообще отличный. Вот, а на вечерний уход у меня был тоник, значит, Тянде Фукайдан и крем для лица, тоже линейка Фукайдан. Вот, и ночная маска у меня еще есть от Oriflame. Ну, синенькая такой баночки, вы, наверное, знаете. И у меня пошли вот такие вот воспаления. Я не знала вообще, на что подумать, что же такое. Faberlic я пользовалась там 14 лет. В принципе, все было хорошо. И, ну вот один раз у меня как-то было воспаление на лице. Но как не в виде прыщей имеется в виду, а какое-то раздражение такими красными пятнами у меня было лицо. Это было такое, да. Но, по-моему, на тот момент была то ли зима, то ли, ну, или ближе к зиме. Что поздняя осень такая. Вот. Ну, в принципе, всегда все было хорошо. На что подумать? Faberlic, которым я пользуюсь 14 лет, да, 15 уже, наверное. Либо для себя я открыла новую компанию. Тянде, в принципе, мне там все нравилось.
Ну, за исключением, вот я попробовала там прокладки, они не очень мне понравились. В том плане, что они охлаждают, да. А так, по качеству вообще классные, конечно. И туши мне не очень понравились в компании Тиандэ. Точнее, одна вообще совсем не понравилась, которую я вам сегодня покажу. Короче говоря, в общем, вычисляла я, что кто из этих средств мою кожу так похабит. И я, в общем, сначала решила, откажусь от Тиандэ, раз я... Это для меня новая косметика. Подумала, скорее всего, у меня на Тиандэ вот такие вот воспаления. Оставила в уходе своем только Фаберлик, гиалуронка. Утром и вечером я использовала вот этот крем. И оказалось, все-таки, девчонки, эта линейка, вот эта гиалуронка, она мне просто не подошла. Она вызывала у меня такие дикие подкожные воспаления, которые вот ноют, болят их. Они не прорывают, а внутри скапливаются. Конечно, простите за выражение гной, но иначе как выразиться, да? В общем, очень я страдала, закончила этот крем. Не буду покупать, не хочу, не буду. И вот первый раз у меня вот такая ситуация. Хотя приятный аромат, легкий, легкая текстура. Я вообще как бы люблю, да, такие кремы. Привыкла к легким текстурам. И к тому же еще он на лице пенится. Вот ты наносишь, разносишь крем, да, и он такой, как мылится. Мыльное такое становится. Я сначала подумала, что это тоже вот тоник виноват в этом деле. Хотя он тоже мылится, кстати, да, он мылится. А сверху, когда наносишь еще и крем, он еще больше мылится, как будто пена у тебя, не знаю. Ну, не пена, конечно, как вот гель, когда растираешь для душа. Вот такой же мыльный эффект. Но потом это все впитывается, в принципе, как бы и нормально было, да. Липкости никакой не было, не вызывало. Текстура легкая, приятный аромат. Но вот эти вот подкожные высыпания, нет, не хочу, не буду. Все, повторять не хочу эту линейку. Далее, ну вот Фукайдам, да, линеечка, у меня закончился тоник. Тоники в Тиандэ, они такие гелевые. Ну, наверное, практически все. Я сейчас заказала новый тоник, не знаю, какой он будет. Но так посмотрела по каталогу, что и объем у всех маленький, 100 миллилитров. До этого у меня из линейки плацентарный Тиандэ был тоник. Я выливала на ладошку и распределяла по лицу. Поняла, что вот с этим тоником у меня так не получится, потому что ощущение у меня было, как будто я кожу недоочистила. Поэтому я его доиспользовала на ватный диск и как обычно делала. А поначалу это тоже как бы в ладошку и вот распределяла по лицу. В общем, не знаю. Как бы и аромат приятный здесь, легкий, ненавязчивый, очень приятный. Но вот то, что он пенится, мылится как бы на лице, вот это меня смутило. Ну, наверное, я еще раз повторю, еще раз попробую в комплексе с линейкой Фукайдан, потому что сейчас она у меня стоит в уходе. На дневное применение я гель себе заказала, а ночную я использую крем из этой же линейки. Так что я попробую еще раз этот тоник. Далее жидкое мыло. Это уже вторая наша баночка. Классное жидкое мыло. Повторила. Густое, приятный аромат. Хорошо пенится, хорошо очищает ручки. Вообще замечательно. Классное. Зубная паста. Силкомед. Вот такая паста. Не понравилась. Повторять больше не будем. Целебные травы. Почему? Потому что она, знаете, как будто как не пенится, не мылится. Ну, в принципе, освежения мне хватало нормально, но ощущение, что как будто бы я зубы не дочистила, что у меня не чистые зубы. И муж отметил, и дочь отметила, что ну, какая-то паста не очень-то. Поэтому такую пасту покупать не будем. Не понравилось. Далее. Бальзам для волос от Тиандэ. Это с корнем имбиря. Такая банища огромная, 500 миллилитров. Понравился нам вот этот бальзам. Бальзам же, да, бальзам восстанавливающий. Пахнет женьшенем. Натуральный такой, травка, корень, да, женьшеня.
И был у нас такой же шампунь из этой линейки, понравилось. И вообще уход за волосами от Тянде подошел и мне, и дочери подошел. Классное средство. Конечно, будем повторять. Далее, у доченьки закончился вот такой тоник Family Cosmetics. Понравился, говорит, хороший, приятный, освежающий тоник. Он идет 3 в 1, написано, да? Для лица против стресса, усталости. С гиалуроновой кислотой. И большой объем, 300 мл. Повторили бы. Понравилось. Пена Barber Lab от Faberlic. Нравится эта пена. Хорошая пена с углем. Отличная. Повторили бы. Ой, закончилась вот такая вкусняшка, девчонки, от Тянде. Это белковый коктейль с пребиотиком, коллагеном, очищение Slim Mix. Дает мягкое, действительно, если сделано очищение, и оно дает мягкое очищение, все, в общем-то, как по маслу, деликатно и очень хорошо. И на вкус это очень вкусно, но вкусно с молоком. Нам с дочерью понравилось больше с молоком, нежели так на воде. Поэтому, ой, очень вкусненько. Поэтому, в общем, я обязательно повторю этот коктейль. Он у меня уже лежит в корзине, уже идет с доставочкой. Рекомендую, девчонки, попробуйте. Классный вообще коктейль. Одна порция всего содержит 59 калорий, но если добавляете молоко, учтите, что калорийность увеличивается, да? Полезные вещества, антиоксиданты, куча витаминов разных. В общем, и еще он содержит стевию, да, подсластитель. В общем, одни только плюсы положительные от этого коктейля. Понравилось, конечно, будем покупать. Закончился вот такой пилинг от Тянде. Планета, плацентарная линейка. Почему планета там? Ой, все же. Я его разрезала до конца. Очень имел приятный аромат. Здесь 80 грамм. Единственный момент, что нужно на сухую кожу его использовать, чтобы появились катышки. Вот, понравилось. Конечно, буду повторять. И еще, помните, я вам говорила, что я маску Тянде делала, и она как-то щиплет, раздражает лицо. Это за счет хорошего очищения происходит. Я вот тоже выяснила, вычислила. До этого я пользовалась. Скраб у нас есть из Натуры Сибирика, японский скраб там. Я этот скраб сделала и тут же сделала маску Faberlic кислородная. Она никогда мне не пекла, не жгла, и все нормально было. Но вот после очищения такого серьезного, я же до этого пользовалась таким деликатным средством, тоже от Faberlic, у меня было для глубокого очищения из линейки Oxyology. Вот. А когда средство эффективно и хорошо очищает, любая маска будет печь. Поэтому мне и кислородная маска Oxyology пекла лицо, но прошло в течение 5 минут. Поэтому все-таки я повторю те маски от Тянде в таких сэше. Вот. Все-таки это когда хорошее очищение идет, поэтому и раздражение, скорее всего, вот эти вот первые минутки появляются. Ну, проникает же хорошо в слои кожи, да? Активно маска себя ведет. Оказывается, еще один дезодорант. Это, наверное, как раз один у меня, один у дочери закончился. Рексона, любимка моя. Конечно, как я уже говорила, еще раз повторюсь, много-много раз, что будем повторять. Закончилась вот такая интимка от Oriflame, тоже это был в подарке в косметическом. В принципе, неплохая такая подмывалка. Раздражение не вызывало никаких дискомфорта, все было хорошо, поэтому повторили бы. От Тянде закончился вот такой шампунь мандариновый ликер. Здесь 400 миллилитров. Отлично, отлично промывал волосы. Волосы блестящие, рассыпчатые, ухоженные, шелковые. Их хочется трогать постоянно. И это была лимитированная коллекция в Тянде. Ну, по-моему, есть еще вот такие вот шампуньки и гели для душа. Очень приятный мандариновый аромат. Очень близкий и похожий к натуральному аромату.
мандарина. Ой, конечно, буду повторять. Понравился мне уход за волосами от Тианде. Я решила вопросы с перхотью. У дочери, кстати, заметила, что появился подшерсточек, новые волосы. Да, у него было активное выпадение волос. Может, это вот подростковый период или что вот с этим связано. И получается, у него прямо волосопад был активный. Сейчас мы его остановили. И смотрю, у него прямо такие волосики появились, представляете? Но это вот все заслуга. Я считаю, что компании Тианде, рабочих, именно рабочих и эффективных продуктов. У нас была линейка Биорехаб. И сейчас вот стоит в использовании золотой имбирь. Ну, уже заканчивается, да? Вот, ну и шампуньки разные. В прошлом месяце другой там шампунь закончился. Поэтому я считаю, что это вот именно от эффективных средств косметических от Тианде. Буду заказывать вновь и вновь. Очень понравилось. Далее, гель для душа от Faberlic. Вот такой вот большая тоже упаковочка. Здесь 400 мл. Понравился гель для душа. Не сушит кожу. Все комфортно, приятно. Далее, выбрасываю. Уже по срокам годности закончилась. Это вот такая мужская линейка. Косметика моего мужа. В общем-то, это вот Old Spice. Дезодорант. Я не знаю, сколько он уже стоит. Как-то муж не очень-то любит у меня пользоваться косметикой. Уже, мне кажется, срок годности вышел. Потому что я не знаю, сколько лет это все стоит, стоит, стоит. Он то попользуется, то не попользуется. И, в общем, я проконтролировала. Уже все сроки давным-давно прошли. И решила навести порядочек. Тот же самый Аркамен охлаждающий. Это после бритья средство. То же самое выбрасываю, пока он не видит. Потому что он тот еще плюшкин у меня. Фу, как уже пахнет неприятно. В общем, вот такое средство было в использовании. Еще я ему покупала спрей для защиты кожи рук и ног от чрезмерного потоотделения. М-Соло. Вот такой тоже стоит. Почти полный. Раз через раз он пользовался. Но сейчас я ему уже другой спрей купила. Так что избавляемся от того, что уже просрочилась, так скажем. От Faberlic, точнее от Биоси, вот такой крем для рук с ирисом. Девчонки, я его даже разрезала. Не знаю, зачем разрезала, но как-то жалко мне было выбрасывать. В общем, решила доиспользовать. Хотя запах совсем не очень. Никакой это не ирис. Я даже не знаю, чем пахнет. В общем, запах неприятный, но эффект на руках хороший. Он хороший давал увлажнение. Следил за ручками, то есть очень комфортно впитывался быстро, не оставлял никакой пленки. Мне понравилось использование, за исключением аромата, но повторять уже не буду. Далее, мое солнышко, подмывашка для моей малышки. Классно, подмывашка, мне нравится, это уже не первая покупка и не последняя, скорее всего, что будем, конечно, повторять. Далее, классный спрей термозащита, мне понравилось Тресеме. Стоял у нас что-то долго-долго, 300 мл, бадья такая стояла, думаю, что ж стоит-то, надо использовать. И, в общем-то, как-то я одно время пользовалась, потом закинула, забыла про него, потом нашла и думаю, да что-то стоит, надо же все это. Нет, срок еще не вышел, в общем-то. И классно, удобно вот это вот спрей. Очень так, раз-раз-раз, быстренько все разнесла. Поэтому я, скорее всего, что хочу оставить вот эту вот именно упаковку, потому что хочу попробовать спрей термозащита от Тианде. А там просто такой вот дозатор, ну, вот так вот нажимаешь, вот. Вот такой. И все, и думаю, пальчиком это же неудобно, наверное, будет без конца. А тут раз так, хоп-хоп-хоп, нажала и распределилась. Вот такой бы тоже повторила. Волосы не жирнит совсем. Вообще классно. Понравился. И большой объем хороший. Понравилась вот такая Деоника. Это пена для бритья. Тоже бы вам повторили вновь и вновь. Классная, бюджетная. Какая-то акция тогда была. Я покупала совсем недорого. В общем, отличненько. Далее. Тианде. Тропический коктейль. Гель для душа. Классный аромат.
ананаса, сладенького такого, консервированного сахаром, в сахаре. Вот, ну, когда открываешь вот эту банку, да, вот таким ананасиком пахнет, очень вкусненько. Хорошо очищал кожу. Здесь, по-моему, 250 миллилитров, да. Не сушит кожу. Отлично, гель для душа. Очень хорошо пенится. Очень приятный аромат. Тропический такой. Повторю. Соль для ванны. Я не знаю, сколько лет она у нас была. Наконец-то я ее использовала. Почему наконец-то? Не знаю. Ну, она мне нравилась. И очень приятный аромат она имела. Ну, просто, наверное, то, что долго это средство стояло, наверное, поэтому наконец-то. А так-то мне очень нравилось. Здесь 800 грамм. Мы ванну как таковую не принимаем с солью. Только душ получается. Все равно, потому что канале это у нас такая как бы выгребная, а не общая, да? Поэтому я пользовалась только для чисто ваночки солевые, для педикюра я делала. Поэтому мне хватило очень долго, понравилось, и я бы даже еще раз повторила. Далее. Закончилась вот такая маска у дочки. Корейская маска. Кумино. Понравилась, сказала, что хорошая. Далее. А, вот, кстати, Тиандэ увлажняющая маска с алоэ, про которую я говорила или видела в каких-то своих, о том, что она мне щиплет, раздражение какое-то после умывания. Я же привыкла, если делаешь глубокое очищение, значит, обязательно идет у меня масочка, ну, как следующим, да, этапом. Поэтому после эффективного очищения, конечно, будет небольшое, как бы, покалывание, жжение, но оно потом проходит, поэтому маска все-таки эффективная. Буду брать, конечно, еще вновь и вновь. О, девчонки, какая-то вкусняшка. Это даже не дожило до разбора моего заказа в Тиандэ. Это пектиновые кисели с чем? С брусникой и клюквой. Это такая вкуснятина вообще. Я только единственное, что пожалела, взяла две штучки для Рады и себя. И здесь всего 45 калорий в одной порции. Вообще прекрасненько. И на перекус, и когда хочется что-то вкусненького и полезно, да, для кишечника. Отлично. Будем брать вновь и вновь. Далее. Бальзам для губ «Зима» от Faberlic. Он такой идет вазелиновый, и под конец у меня он сломался. Пока он есть на губах, он дает такой глянец губкам. Но только его стоит снять, все, сколько-нибудь походишь времени, сколько-то походишь времени, бальзам сняла, да, и губы начинают немножко подсушивать. Ну, в принципе, мне нравится такой вот глянцевый эффект на губах, поэтому повторила бы еще. Далее, аромат закончился Miss Jordanian Intense от Oriflame. Понравился этот аромат, легкий, ненавязчивый такой, девичий, компотный ароматик этот, но его сняли с производства, поэтому, ну, никак я уже не повторю этот аромат. А так бы повторила бы, конечно. Дочка у меня им активно пользовалась прошлое лето, я пользовалась, и вот нынче все-таки я его израсходовала, думаю, что ж стоит, надо мне его допользовать, очень приятный аромат. Далее. От компании Тиандэ линейка Baby Bambo. Вот такой вот крем для тела на ежедневный уход для детской кожи. Очень мне нравится. Здесь витамин Е и масло амаранта. Отличный крем. Покупаю вновь и вновь для своей малышки. Далее. Просто покажу вам тот факт, что у меня просто закончился пробник, да? Конечно, это розовый оттенок, пробник, помадка от Faberlic, вот такой сфотч. Классная помадка, это, по-моему, была из сетиновой коллекции. Сейчас вообще почему-то там мало этих помад стало, наверное, выводят из каталога и что-то новое будут запускать. Ну, просто как факт, что я использовала, и у меня декор не стоит. Пользуюсь. Дальше. Снова от компании Тиандэ мне приходил в подарок
за 0 рублей вот такой персиковый пилинг. Это первый этап. Использовала я в уходе за ножками. Мне очень нравится. Посидишь в ванночке с солью, потом сделаешь вот такой пилинг. Щеточка немножко раз прошлась. И пятки вообще идеальные. Потом я же пью еще коллаген. Сразу отражается, конечно, на пятках. Ну, вот у меня и у мамы вот такой результат. И девчонки тоже пишут, кто уже пользовался ТНД коллагеном, то у всех есть положительные результаты. Вот, а потом я использую крем для ног, тоже от ТНД. Есть у меня такой в синей шайбочке для очень грубых, потрескавшихся пяток, как-то так он называется. И с маслом змеи мамуши. Вот. Персиковый пилинг отличный, приятный аромат имеет, хорошо отшелушивает кожу. Одни плюсы положительные, конечно, буду приобретать. Дальше. Тоже, как покажу, что у меня закончился у нас вот такой пробничек от Essence. Это сетевая компания, которая продает аналоги люксовой парфюмерии и нишевой. Там есть у них некоторые, да, ароматы. Ну, у меня есть аромат в полноразмерном флаконе. Я, как я вам уже много раз говорила, что мой любимый аромат Givenchy Ангел и Демон. Я покупала у них уже второй флакончик этого аромата. И он садится близко к коже, близко-близко прямо. И аромат очень приятный, конечно. Этот 159-й аромат похож на молекулу Эксцентрик 2. Очень приятный аромат, очень вообще хочется его купить в оригинале. Лежит у меня в корзинке на рандеву, но не знаю, когда я его все-таки приобрету, оригинальный. Здесь очень аромат схож, но он точно так же садится близко к коже, шлейфа от тебя нет. Когда вот только, ну, близко, да, в интимной зоне, так скажем, когда близко к человеку стоишь, тогда этот аромат ощущается, но не шлейфит. Вот, поэтому, ну, в принципе, понравилось. И, наверное, на данный момент я бы заказала полный флакончик. Далее. От компании ТНД. Вот такая тушь. Она даже не закончилась. Она у меня просто высохла. Изначально сразу она приходила какой-то сухой. Мега Лэш. Совсем не понравилась вот эта тушь. Она... делает никакие ресницы, хотя здесь щеточка вот силиконовая, нормальная, там, да, можно и хорошенько реснички накрасить, прочесать. Но, девчонки, не знаю, за такую стоимость такая тушь не хочу. Вот этот продукт у ТНД неудачный, неудачный продукт для меня, не подошло, не понравилось. Я люблю красивые прокрашенные реснички, чтобы их видно было, такие кукольные. А это тоже дает очень-очень натуральный эффект. Ну зачем вообще тогда ресницы красить, если натуральный эффект, да? Не поняла, не понравилось. Для меня это провальный продукт. Не буду больше покупать. Не хочу, вот именно эту тушь не хочу. Далее. Аромат тоже покажу. У меня остались тут капельки, я его добиваю. Хотя сейчас на май месяц я не хотела брать, но решила, где у меня по чуть-чуть осталось ароматов, от тех избавляюсь. Это аромат Дилис Эстина My Blooming линейка Лави от Дилис. Это закос на эскаду, конечно. Аромат совсем не стойкий. Ой, фрукты, тропические фрукты. Аромат, девчонки, вот такой двоякий. В прошлом году его когда получила, это было вообще полное разочарование. Такой отвратный аромат какой-то мне показался. Какой-то приторно-сладкий, каких-то фруктов. Не понравилось. Я его даже поставила просто в туалет, что вместо освежителя им пользоваться и распылять. Попользовалась, распыляла. Потом захожу, так уже вот эта вот база какая-то приятная остается. Думаю, надо на себе все-таки попробовать. И вот эта именно база, которая остается, она приятная, но аромат абсолютно не стойкий. Час-полтора максимум, наверное. Вот я недавно душилась им, и совсем уже опять не пахнет. Поэтому сейчас показываю в пустых баночках.
Напоминает какую-то фруктовую жвачку. Вот этот аромат. Ну, использую, выброшу и заказывать больше не буду. Все, девчонки, пустые банки на этом у меня закончились в мае месяце. Пишите свои комментарии, что у вас закончилось в этом месяце, какие продукты, может быть, посоветуете попробовать. Дайте мне обратную связь. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.